4 апреля в Москве на стадионе «Октябрь» при поддержке РФС завершился 9-й всероссийский турнир «ФИДО ТВ», посвященный памяти семьи легендарных футболистов и тренеров Григория и Владимира Федотовых. За золотые медали соревнований, организованных детской футбольной лигой и ПФК ЦСКА, сражались 16 команд мальчиков 2008 года рождения. Из Москвы, Архангельска, Белгорода, Брянска, Великих Луг, Владимира, Заречного, Нижнего Новгорода, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского, Ставрополя, Старого Оскола и Хабаровска. Весь пьедестал почета заняли представители Москвы. Главные награды завоевал «Локомотив», одолев в решающем матче по пенальти команду Чертанова. Бронзовые медали достались «Спартаку». Много было борьбы в финальной части. Это естественно, никто не хотел, так сказать, проигрывать. Ну, все решили пенальти, 11-метровый удар. Это тоже нормально. Ребята переживают. Некоторые даже, я посмотрел, плакали даже. Но это хорошо. Прекрасное ощущение, фантастические эмоции. Мы видели здесь все. Палитра эмоций была разных, от всеобщего ликования до рыдания, поэтому для этого, наверное, и делаются такие турниры, чтобы дети проходили еще через это. Самое главное, что они любят футбол, занимаются футболом, и перспективы у них хорошие, поля великолепные, так что для роста мастерства нет предела.